Всем привет! Сегодняшний видеоразбор посвящен композиции Wasp или по-другому Behind the Wall of Sleep группы Black Sabbath. Начинается песня с аккорда Си мажор, который прижат на 7-м ладу 6-й струны. Прижата 7-й лад 6-й струны, 9-й лад 5-й и 4-й струн 9-й лады. И 8-й лад 3-й струны. То есть, еще раз повторяю, 7-й лад 6-й струны, 9-й лад 5-й струны, 9-й лад 4-й струны и 8-й лад 3-й струны. И играется так. Сначала играется бас, потом играется весь аккорд. То есть вот так. Потом еще раз бас и весь аккорд. То есть два раза бас и весь аккорд. Сначала бас, весь аккорд, потом еще раз бас, весь аккорд. Вот так. Далее берется минорный аккорд. С кварта еще. Седьмой лад на шестой, на пятый, на четвертый и на третий. Можно прижать одним пальцем, вот так, бары. И играется тот же самый бой на нем. Тоже вниз бас. Бас, потом аккорд, потом опять бас, я еще раз аккорд. И вот эти два аккорда чередуются несколько раз. Вот столько раз они играются. Потом после этого играется полный пауэр-аккорд на 7-м ладу 6-й струны. 7-й лад 6-й струны и 9-й лад 5-й струны и 9-й лад 4-й струны. Два раза играется вниз. Это следующая часть так начинается. И играется проигрыш такой, гитарный сол, сольный. На 7-м ладу 3-й струны ставится палец и сразу ставится на 6-й лад. Тоже 3-й струны палец, потому что потом будет пул на этот, на эту ноту, на ноту до диез. Играется два раза 7-й лад 3-й струны. И потом играется еще один раз с пулом на шестой лад. То есть вот так. Так, после этого... После этого, после шестого лада третьей струны играется седьмой лад, то есть девятый лад четвертой струны. Два раза, два раза. На второй раз идет пул на седьмой лад четвертой струны. То есть вот так. Два раза девятый лад четвертой струны. И один раз седьмой лад четвертой струны. Пул. После этого играется девятый лад пятой струны. Потом седьмой лад четвертой струны. И опять девятый лад пятой струны. То есть вот так. Потом еще раз, еще два раза играется аккорд, power аккорд полный от 7 лада 6 струны, 9 лад 5 струны, 9 лад 4 струны. Два раза. И играется потом следующий, другой немножко вариант сольного проигрыша. Играется сначала слайд от 7 к 9 ладу 5 струны. И после этого играется 7-й лад 4-й струны, то есть вот так. После этого от 9-го лада обратно к 7-му слайд, причем сразу, то есть первая нота, 9-й лад, она не должна по времени практически звучать. То есть сразу от нее играется слайд. Еще раз. После этого играется 5-й лад 5-й струны. От 5-го лада 5-й струны играется хаммер на 7-й лад 5-й струны и обратно пул на 5-й лад обратно. То есть вот так. После этого играется 7-й лад 6-й струны и 5-й лад 5-й струны опять. И опять 7-й лад 6-й струны. То есть вот так. Целиком эта часть, получается, так звучит. Медленно.
А быстро в нормальном темпе она звучит так. После этого повторяется первая часть, которая вступление было на аккорде Си мажор и Си минор с квартой. После этого играется аккорд пауэр-корд на седьмом ладу шестой струны, седьмой лад шестой струны, девятый лад пятой струны и девятый лад четвертой струны. Один раз играется. И на нем повисли. То есть он звучит долго. После этого играются барабаны. Барабаны играют ритм. И гитарист переходит на следующую часть. Играется она так. Объясняю, как играется. То есть сначала пятый лад шестой струны, потом восьмой лад шестой струны. И потом играется пятый лад четвертой струны с хаммером на седьмой лад четвертой струны. И после хаммера играете обратно пятый лад четвертой струны. То есть вот так. И после всего этого играете еще раз 5 лад 4 струны с хаммером на 7 лад 4 струны. Целиком получается так. Еще раз. Это первая фраза. Следующая фраза такая. В принципе, она та же самая фраза, только вместо того, чтобы в конце сыграть на четвертой струне пятый лад и седьмой лад с хаммером. Играется то же самое, только на пятой струне с хаммером. С пятого лада на седьмой. Но я объясню все-таки еще раз. Пятый лад шестой струны. Восьмой лад шестой струны. Потом пятый лад четвертой струны с хаммером на седьмой лад. И обратно пятый лад четвертой струны. И после этого играется пятый лад пятой струны с хаммером на седьмой лад пятой струны. После того, как вы две эти фразы сыграли, они еще раз повторяются точно так же. То есть вот, еще раз повторю. И затем играется следующая фраза, которая начинается с пятого лада пятой струны. Как она играется? Вот так. Пятый лад пятой струны два раза. Потом восьмой лад шестой струны. Потом опять пятый лад пятой струны с хаммером и с пулом на шестом ладу пятой струны. То есть сначала пятый лад пятой струны играете, хаммер на шестой лад пятой струны, сдергивание пула на пятый обратно. То есть вот так. После этого играется опять восьмой лад шестой струны и пятый лад шестой струны. Целиком фраза получается звучит так. И вот эти все несколько фраз повторяются два раза. То есть вот я сейчас как бы второй раз сыграю ее. Все эти четыре фразы, сколько там, пять фраз. Вот сейчас мы подошли к последней части, если не считать соло, а соло мы в этом видеоразборе не будем пока разбирать. Играется так. Играется пятый лад шестой струны со слайдом на седьмой лад шестой струны. Вот так. Еще раз. И после этого играется седьмой лад третьей струны с вибрато. То есть вот так получается все целиком. Потом опять слайд с пятого на седьмой лад шестой струны. И играется одновременно седьмой лад первой струны и подтяжка с десятого лада второй струны до того звука, который у нас на первой струне. То есть вот так. Надо сделать так, чтобы эта подтяжка на второй струне дошла до двенадцатого лада второй струны. То есть вот так. Чтобы она совпала с первой струной на седьмом ладу. И, в принципе, вот так вот получается, там играется несколько раз.
там играется так несколько раз, потом идет соло гитарное. Вот, а после этого повторяются все части, которые мы только что разучили все на этом видеоуроке. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем всего доброго, всего удачи.